Спустя 12 месяцев тайной разработки Monaco Technology представила революционную карту и предложение для Monaco Visa Card. Как сообщает CryptoCoin News, помимо традиционных источников, Monaco может финансироваться через криптовалюты Bitcoin, Ethereum и другие токены ERS-20. Monaco позволяет пользователям тратить и отправлять деньги в глобальном масштабе по межбанковским обменным курсам, экономя от 30 до 40 евро на каждых 500 евро. Monaco Card будет работать в сети Visa, тем самым обеспечивая ее принятие во всем мире.